И всем привет, вы на канале Свинка Будя. И сегодня у нас новый челлендж, который называется «Скупаю все фиолетового цвета». В общем, где наши свинки? Сейчас мы их наколдуем. Привет, всем привет, вы на канале Свинка Будя. Да, и еще Кузя. В общем, в этом челлендже только одно условие. Скупаем любые вещи фиолетового цвета. В общем, все понятно. Думаю, свинки тоже уже поняли. Я придумала более хитрый способ. Зачем куда-то идти, если можно просто дома найти фиолетовые вещи? Вот, например, как вот эта вот подсветка, она фиолетовая. Давайте поищем, что у нас тут еще фиолетового. Итак, перед тем, как мы откроем этот ящик с игрушками и всеми фиолетовыми вещами, поставьте обязательно лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить ни одного нового видео. Так, открываем. Ого, сколько здесь игрушек. Итак, давайте первым делом посмотрим, что у нас тут есть. Так, вот такая вот фиолетовая штука. Правильно, она синяя, хотя на самом деле она фиолетовая. Вот, смотрите. Так-то лучше. Так, что у нас тут еще есть? Вот такой вот попыт, в нем часть фиолетовая. Угу, но дырок в нем нет, поэтому это я не считаю. Так, кстати, выложим, пожалуй, вот эту вот штуку, как фиолетовая вещь. Так, затем давайте закроем этот шкаф. Закрываем этот шкаф и открываем следующий. И что мы тут видим? Вот такой вот фиолетовый телефон. Прикольный, в принципе. Ой, стоп, ведь не забываю, мне же надо его ложить вот сюда, в склад фиолетовых вещей. Так, ну что, переложим его. И вот уже у меня две вещи крутых. Так, ну что, моя коллекция готова. Ставьте лайк, поскольку мне кажется, что я выиграю, поскольку у меня уже целых две вещи. А у свинок лапы, и они не смогут просто собрать ни одной вещи. В общем, ставьте лайк и посмотрим, как у них там дела. Так, вот здесь должно быть их видно. Так, я думаю, тут точно сейчас будут фиолетовые алмазы. Пока что их не видно, жалко. Ого, они там в пещеры ходят и выискивают сверхдрагоценные алмазы. А я тут дома сижу, выискиваю вещи, что есть у нас дома фиолетовые, не вставая с дивана. В общем, надо идти наших свинок спасать. А то чувствую, что-то здесь не так, и с ними что-то опять случится. В общем, я пошла. Мы пришли в пещеру, и тут я увидела эту, что вы сейчас видите на экране. Правильно, это мопс-гусеница-пожиратель. И он хочет нас съесть. В общем, ставьте лайк, чтобы он нас не съел. И походу я не могу найти Пузю, и сейчас он меня сожрет. А, он смотрит на меня. Спасите. О нет, его морда ко мне приближается. Всем привет! Привет всем! Вы видите что-то? Правильно, я не вижу, поскольку тут очень темно. Но я только что слышала звук, как будто кто-то кого-то поедает. И мы сейчас идем, чтобы разглядеть обстановку. Да, мы на самом деле идем, но вам ничего не видно. В общем,